я короткое видео не могу удержаться, чтобы его не сделать. Для тех, кто еще спит, не знает, что такое биткоин, что такое криптовалюта, хочу показать вам, куда, в какую сторону мы идем. Вот сегодня здесь вы можете видеть, давайте выберу русский язык, чтобы было, может быть, понятнее. Биткоин сегодня уже превысил отметку $4000. Так, вот вы видите, у меня тут заработок 559. Вот вы видите, я вам покажу, как это происходит ежедневно. Возьмите 12 числа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 начислений. Вот эти все маленькие цифры, которые вы видите, в ближайшем будущем это будет каждая такая цифра. Вот здесь 22 275 сатоши. Сегодня, может быть, это еще не такие большие деньги, но в ближайшем будущем это будет стоить доллар или полдоллара, или полдоллара. И представьте себе, что в день вот такие суммы будут зарабатываться в долларах. Так, представьте себе, что доллар стоит $100,000, а он будет стоить эти деньги без всякого сомнения. Доллар, биткоин один будет стоить $100,000, сегодня он уже 4. Посмотрите на его историю, вы убедитесь. Так что поэтому, ребята, не спите, пожалуйста, не спите, начинайте двигаться. Приходите, пишите, звоните, интересуйтесь, я вам покажу, как правильно зайти в BitClub Network, единственная компания, стоящая по заработку, по выработке, по добыче криптовалюты, по выработке криптовалюты. Все, друзья, пока-пока, с вами Марк, коротенькое видео, будьте здоровы.